В прохождении 5 этапов традиционного ежегодного районного смотра юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в этом году приняло участие 32 школы района. Прохождение этапов было организовано так, чтобы не было столпотворения. Группы подъезжали к установленному времени. И в этом году слет ЮИД посвящен 80-летию ГИБДД. «Вместе за безопасность дорожного движения» – таким был девиз творческого конкурса, который проходил в концертном зале Центра детского творчества «Радуга». На выступление давалось 3 минуты, и за столь малое время команде из 4 юидовцев – 2 мальчика и 2 девочки – надо было и рассказать про школьный отряд ЮИД с речевкой, и о своей работе, и про правила дорожного движения всем напомнить. В целом, команды успевали затронуть все основные темы, касающиеся безопасности на дорогах. Переход улицы только на зебре, перевозка маленьких детей только в креслах. Всегда надо пристегиваться в автомобиле, не превышать скорость. Главная идея и слета, и вообще движения ЮИД была сформулирована в прекрасной фразе, прозвучавшей у одной из команд. «Мы рекламируем безопасность, мы рекламируем жизнь». На этапе знатоки правил дорожного движения команде предстояло пройти тестирование, очень похожее на то, что сдают при экзаменации на получение водительских прав. 20 вопросов, в каждом 4 варианта ответов и время всего 11 минут. Проверялось знание правил дорожного движения и умение их применять в тех или иных ситуациях, которые могут возникнуть на улице. Еще одним этапом была проверка знаний основ безопасности жизнедеятельности, раздела, касающегося опять-таки безопасности на дорогах, улицах и знаний правил дорожного движения. На первом планшете инспекторы по пропаганде безопасности районного отдела ГИБДД и 2-го батальона ДПС смоделировали ситуацию, расставили машинки, знаки, и надо было за 2 минуты найти 7 ошибок. Это задание было, пожалуй, самым трудным из всех. Ну а на 2-м планшете команде тоже за отпущенные 2 минуты надо было проложить безопасный путь от школы к, например, магазину или площадке для отдыха, или же из дома до школы. Умение оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при помощи подручных средств. Еще фигурное вождение велосипеда и все. Эти 5 этапов районного следа ЮИД пройдены. Но впереди, как только потеплеет, команда ЮИД школ района ждут и другие этапы на базе автогородка школы номер 4. И пройдя уже их, жюри слета сможет объявить победителя, лучшую команду ЮИД района этого учебного года.